Итак, дорогие дамы и господа, сейчас мы разберем некоторые нюансы работы вот в такой позе, когда мы с шейно-грудным отделом, да, работаем, когда мы вот так вот его проминаем. Значит, смотрите, еще раз повторяю, практически везде в мобилизации мы должны сначала растянуть человека, да, потом в этом месте довести до предела, и только после этого делаем траст. Вот. Сначала фитер растянул, потом... Сначала тракция, потом растянул, потом раз, нажимаю. Теперь по поводу работы с лопатками. У некоторых лопатки сходятся очень близко. Чтобы они разошлись, желательно оставлять прямой угол в стол локтей, да, но локти свести поближе друг к другу. Вот, да, поближе, можно так сказать. Смотрите, как расходятся лопаточки. И покажи поближе, сразу обнажается вот этот вот остистые отростки. Сразу их видно. Вот видите, да? Сразу видно, где они идут. Может у человека найти сколиоз или какой-нибудь позвонок. Вот, но видите, немножко вбок пошел. Влево, то есть вот смещение. Видите, да? И сюда удобнее уже установить руку. Для вот этих вот манипуляций. Ослабься, ослабься, ослабься. Выдох. Вот. Просто некоторые нюансы работы. То есть вы можете, раскачивая его, да, дойти до поясницы, продавить, да, и, соответственно, вот эту часть верхнего грудного отдела также раскачивая, также ее можно ее раздвинуть, расширить. Теперь в работе, когда у нас руки получаются впереди, мы должны захватить голова лучше вниз, чтобы максимально, видите, он прогнулся. Мы должны захватить руки так, чтобы ему не было в локтях. Вот, сгибая локти. Видите, то есть мы не на локти давим, чтобы вот тут не болели, а поднимаем целиком руки. И движение у нас вот такое тоже, раскачивающее. Вот, раскачали. И тут давим мы уже в него. Если в предыдущем движении мы давили в стол, вектор нашего напряжения был, то тут мы как бы в него, чуть-чуть под 45 градусов вперед получается. Вот туда. Вот. Видно был этот сколиоз, да? Значит, работая со сколиозом, ну, чуть-чуть склеротические такие вот повороты сюда был, да? Мы можем изменить угол давления вот с небольшим поворотом. Вот еще вот смотрите. То есть я буду давить сейчас вот с этой стороны. Там, где у него выгнуты были позвонки немножко. Вот, раскачали. И чуть под углом. Так, отдыхаем. Вот. Дальше мы перейдем к работе с ногами. Ну, в принципе, давайте сразу я это покажу. Нет, в следующем видеоролике вы это увидите.